В Оренбурге прошел чемпионат Приволжского федерального округа по дзюдо. В нем приняли участие более 200 спортсменов из 13 регионов, в том числе и команда Саратовской области. Рассказывает Игорь Васильев. В это сил накрыл! Держи! Держи, Артем Зикламе! Держи! Молодец! Такие страсти в Оренбурге кипели 3 дня. В 7 мужских и 7 женских весовых категориях спортсмены боролись за выход на чемпионат России. Саратовская команда, хоть и приехала сюда в экспериментальном составе, в Казань отобралась почти полностью. В основном состав молодой. Спортсмены, которые выступают на соревнованиях до 23 лет. Но чемпионат есть чемпионат, рано или поздно надо обкатываться, поэтому и молодая команда. Из 14 регионов ПФО в Оренбург приехали 13, все кроме Кировской области. По словам руководителей Федерации дзюдо России, сборная страны сейчас на четверть состоит из волжан. 3 спортсмена из Самарской области, Саратовской области. То есть, особенно в женской составляющей, довольно-таки заметное влияние оказывает ПФО на формирование сборной команды страны. У нас так хорошо прошел очень год. У нас во всех возрастах, в сборных командах по 15, где-то 14 человек. И сейчас прошла на Мальте первенство Европы. Значит, от Приволжского федерального округа среди юношей и девушек боролось 6 человек. И 2 из них стали бронзовыми призерами. То есть это Азовцев из Набережных Челнов и девушка из Саратова. Пермяк Иван Галимханов здесь один из самых молодых. На таком уровне бороться еще не привык. Говорит, со взрослыми спортсменами сил тратит вдвое больше, хотя и победил досрочно. Соперник не очень сильно попался. Но видно, что он посильнее меня. Я-то еще так молодой. А он же, видимо, такой мужчина, сильный уже. Ну так, техника. Что ты сделал? Я сделал через спину с колен. По итогам этих соревнований по 6 лучших спортсменов из каждой весовой категории отправятся в Казань. Там уже в конце августа стартует чемпионат России. Игорь Васильев, Сергей Суворов, Кирилл Логинов, Вестим, Саратов.